В Хабаровске завершился чемпионат России по тяжелой атлетике. На соревнованиях установили 29 новых рекордов страны. Две золотые и одну серебряную медаль привезли наши спортсменки. Для них это тоже своеобразное достижение. Они впервые выступали во взрослой категории. Как готовились к соревнованиям и о планах на будущее расскажет Анна Голобаева. Вместо легкого утреннего кофе – силовые упражнения со штангой. Это гораздо эффективнее помогает пробудиться ото сна и при этом оставаться в хорошей форме. Так тренируются северо-осетинские тяжелоатлетки. И подобная подготовка дает свои результаты. На чемпионате России девушкам еще раз это доказали. Мадина Келексаева стала обладательницей золотой медали. По сумме двух упражнений – рывок и толчок – она подняла 216 килограммов. Результатом я недовольна, потому что можно было лучше. Там первый подход – 91. Она вылетела хорошо, но я не встретила. Она за голову вылетела. Я так планировалась 98 и 126. Азарина Гусалова завоевала серебро. Ее суммарный результат составил 226 килограммов. Одержать победу помогли хорошая подготовка, вера в себя, а также правильные советы тренера. Но есть еще один секрет. Выходя на помост, главное не думать о победе. Я настраиваю себя, настраиваю на хороший результат, как будто я пришла на тренировку. На контрольную тренировку. Тренер мотивирует, говорит то, что все хорошо, надо показать то, что ты можешь, никто тебя больше не требует. Я оцениваю свое выступление на четверку, потому что была тяжелая подготовка и было мало времени, чтобы подготовиться. Но в целом я хорошо выступила. Для обеих спортсменок это первые взрослые соревнования, и результат им действительно впечатляет. Это было испытание, очень серьезный экзамен для них, это был взрослый чемпионат, а как мы знаем, у нас совсем юные спортсменки, и несмотря на это, они выступили очень хорошо. Но времени на передышку нет, девушки уже готовятся к следующим соревнованиям, и планы на них тоже грандиозные. Анна Голобаева, Хетек Гапоев, новости Осетии.